Это Live. Мы рассказываем новости первыми в ближайший час. Вместе с вами мои коллеги и я, Алексей Баренов. Ну что ж, все заложники освобождены, захватчик сдался, арестован, вышел сам с поднятыми руками. Мужчина уже в отделении полиции. Ну что ж, можно выдохнуть. История с угоном лайнера египетских авиалиний закончилась. Закончилась благополучно, никто не пострадал. До последнего момента в заложниках оставались 8 человек. Четверых предполагаемый преступник освободил сам. Одному удалось сбежать через окно в кабине пилота. Скорее всего, это был командир экипажа. Остальных пассажиров злоумышленник отпустил еще раньше в результате переговоров. Угонщика зовут Саиф Эльдин Мустафа. Издание «Прототема» дает еще один вариант транскрипции имени Селдим Эльдин Мустафа и сообщает, что он является египетским военнослужащим. По одной из версий, мужчина рассчитывал добраться на захваченном лайнере до турецкого аэропорта, там оформить статус беженца и перебраться в Европу. Но запас топлива не позволил самолету дотянуть до берегов Босфора. Поэтому пилотам пришлось срочно садиться на Кипре. Самолет Александрия КР Мустафа захватил в 8:30 по местному времени. На борту находились 62 человека, 55 пассажиров и экипаж. Взять под контроль управление удалось только благодаря угрозам взорвать лайнер. Командир экипажа успел связаться с диспетчерами, сообщить, что летит на Кипр. После этого преступник велел посадить борт в Ларнаке.